Весной прошлого года супруги Мамышевы стали владельцами частного дома на 140 квадратных метрах. Отметили новоселье, занялись приятными хлопотами. А когда пришло время погрузиться в бытовые вопросы, недоумевали от выставленных счетов за коммунальные услуги. Ольга Мамышева написала заявление в ТВ «Энерго» с просьбой разобраться с выставленными счетами за свет. С суммами хозяйка дома не согласна. Мы так переехали, я же объясняю, год мы здесь живем, я год по 3-4 тысячи в месяц плачу. И вот я хочу узнать, почему такие тарифы, или я ничего не понимаю. Хочу от счетчика от этого отказаться, от столбового, и своим домашним пользоваться. Первое, о чем подумала Ольга Мамышева, опорный прибор учета неисправен. И это является основной причиной большой накрутки киловатт. Эту версию сразу же опровергли энергетики. Специалисты на месте проверили исправность энергооборудования и сравнили показания домашнего прибора учета и нового опорного. Прибор учета, который висит на опоре, да, работает наравне с домашним прибором учета. Нет разницы никакой. На глаз даже видно, что у потребителя потребление очень большое. Большая квадратура дома, установлена тена, холодильники, бытовые приборы – все это влияет на расход электроэнергии. Энергетики объясняют, даже оставленный в сети провод, находясь в спящем режиме, потребляет киловатты. Мы производили замеры. Замеры напряжения, также замеры нагрузки. По замерам нагрузки мы выявили, что у них около 1,5 ампера ежечасно потребляется. Прибор учета электроэнергии исправен. Втихую подключенных потребителей к счетчику семьи Мамышевых нет. Выходит, что расход электроэнергии обоснован. Энергетики будут наблюдать за расходом энергоресурса в течение месяца, а после приедут с повторной проверкой. В связи с тем, что площадь дома у нас тут не маленькая, да, увеличивается длина проводки. А когда по дому длинную проводку прокладывают, они много скруток делают. То есть на каждую распределительную коробку там по 3-4 скруток. И они зачастую бывают некачественные. За счет этого увеличивается сопротивление в проводке. То есть току приходится преодолевать это, вот эти скрутки. И за счет этого увеличивается сила тока. А чем больше сила тока, конечно, соответственно, счетчик мотает больше. Энергетики призывают грамотно расходовать электроэнергию, обратить внимание на лишние бытовые приборы и выключить их из сети. Учитывать расход при обогреве теплиц и отключать за ненадобностью теплые полы. Экономное потребление электроэнергии сэкономит ваш бюджет. Алдын Казбуян, Чайхан Дунга, Кайдана Сентенма, Тува, 24.